Буквально несколько дней назад трагическая новость разлетелась по всему миру российского шоу-бизнеса. В Соединенных Штатах Америки, около города Майами, на одном из местных пляжей, дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум стала жертвой нападения аллигатора. 21-летняя девушка, художник и музыкант, находилась на экскурсии. Стало известно, что дочь знаменитостей отстала от группы, чтобы сделать рисунок местного пейзажа. В этот момент и произошел несчастный случай. В момент трагедии Леонид Агутин и Анжелика Варум находились в России с концертами и узнали о печальной новости прямо во время выступления. Супруги прервали концерт и срочно вылетели в Майами. Все эти дни не было точных новостей о состоянии здоровья Елизаветы. Сначала была информация, что местные жители якобы успели отогнать крокодила от девушки. Но, как стало известно вчера вечером, девушка серьезно пострадала. Ну а сегодня, в 5 утра по местному времени, пришла и вовсе трагическая новость. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, а также по причине заражения крови, ушла из жизни 21-летняя Елизавета Леонидовна Агутина. Елизавета была перспективным художником, фотографом и музыкантом. Прощание и похороны дочки звезд состоятся завтра в городе Майами. У Леонида Николаевича две дочери – 24-летняя Полина, рожденная в гражданском браке, и 21-летняя Елизавета, которая была любимым ребенком в семье Леонида Агутина и Анжелики Варум. Стало известно, что такие артисты, как Алла Пугачева, Максим Галкин и Владимир Кузьмин, выразили свои соболезнования по случаю страшной трагедии. Леонид Агутин и Анжелика Варум пока не сообщали об отмене концертов и никак не комментировали происходящее события. Стало известно, что на похоронах будут присутствовать мама Наташи Королевой, Людмила Порывай и российский танцор Сергей Глушко, который на данный момент находится в городе Майами. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!